Привет всем, дорогие подписчики! Мы с вами сегодня читаем сказку «Багаж». Мы начинаем читать. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж. Диван, чемодан, саквояж, корзина, картонка и маленькая собачонка. Вещи везут на перрон, кидают в открытый вагон. Готово уложен багаж. Диван, чемодан, саквояж, корзина, картонка и маленькая собачонка. Но только раздался звонок, удрал из вагона щенок. Хватились на станции дно, потеряно место одно. В испуге считают багаж: диван, чемодан, саквояж, корзина, картонка. Товарищи, где собачонка? Вдруг видят, стоит у колес огромный взъерошенный пес. Поймали его и в багаж, туда, где лежал саквояж. Корзина, картонка, где прежде была собачонка. Приехали в город Житомир. Носильщик, 15-й номер, везет на тележке багаж: диван, чемодан, саквояж, корзину, картонку. А сзади ведут собачонку. Собака так как зарычит, а барыня как закричит: разбойники, воры, уроды, собака не той породы. Швырнула она чемодан, ногой отпихнула диван, корзину, картонку. Отдайте мою собачонку. Позвольте, гражданка, на станции согласно багажной квитанции от вас получили багаж: диван, чемодан, саквояж, корзину, картонку и маленькую собачонку. Однако за время пути собака могла подрасти. Вот сказочки конец. А кто слушал, молодец. И не пропускайте следующих сказок. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик. Всем пока!